Уже более 20 лет в Латвии существует престижный конкурс «Лучшая стройка года», в котором участвуют выдающиеся примеры частного и общественного строительства, а также лучшие проекты по реставрации, инженерным строениям, ландшафту и другим номинациям. В этом году при позитивном решении о сдаче в эксплуатацию от Государственного бюро по контролю за строительством в этом конкурсе примет участие Даугавпилская средняя школа дизайна и искусства «Саулас Скола». Сдача нового корпуса школы «Саулас» в эксплуатацию может состояться уже на следующей неделе. БВКБ проинспектирует как основной корпус, завершенный уже время назад, так и самую новую часть, возведенную на месте бывшего дома творчества Далерды. По оценкам строительного управления Даугавпилса, новый корпус школы является самым современным общественным зданием в городе, а его проектная сложность сопоставима с такими объектами, как Олимпийский центр, психоневрологическая больница и арт-центр имени Марка Ротко. На данный момент это однозначно самое современное здание в Даугавпилсе. В этот проект вложено много усилий, много творческого труда, начиная уже с конкурса эскизов и технического проекта, в рамках которых было проведено много работы по разным функциональным решениям и дизайну, чтобы впредь школа Саулас действительно задавала тон качества в городе. Этот конкурс позволяет не только по достоинству оценить своеобразие и практичность строения, но и показать, что и здесь, в Даугавпилсе, мы можем создать что-то красивое и оригинальное. Уникальность строения школы Саулас заключается как в ее наружной части, которая гармонично вписывается в пейзаж набережной Даугавы, так и внутренних помещений, которые приспособлены для нужд обучения в самых разных направлениях искусства. Наряду со школой, но уже в других номинациях, от Даугавпилса на награду «Лучшая стройка года» планируется также выдвинуть путепровод улицы Смилтонес, а также променад на улице Брюгге и променад озера Большие Стропы. Прием заявок должен завершиться до 25 января следующего года, а результаты конкурса будут объявлены в начале марта. Обширная информация о всех номинантах и финале конкурса будет доступна на портале buvniekupadome.lv. Сюжет подготовил отдел общественных отношений и маркетинга Даугавпилской городской думы.